Давайте проверим, кто самый лакерный. Жми лайк, и какая цифра тебе попадется, то тот игрок тебе и выпадет. Делись в комментариях, кто тебе выпал. Всем-всем доброго времени суток, с вами Латкобосс, и я обещал каждому из вас то, что сегодня будет победитель на 24 тысячи FIFA поинтсов. И самое основное, досмотрите этот ролик до конца. А пока что я хотел бы получить одного из топов, который находится в команде недели. А также, больше всего хотелось бы, конечно, чтобы мне выпал сегодня LP Depay. Игрок месяца. Характеристики у него сногсшибательные. 108 ускорения, 106 скорость рывка, 92 завершения, 94 сила удара. Блин, ну какой же охренительный игрок. Начнем, пожалуйста, набора за 2000 поинтов. Здесь мы можем получить игроков элитных, которые были в предыдущих командах недели. Итак, Давид Сильва, Эдисон Кавани, Харри Кейн, Мухаммед Салах, Эриксен, Дрис Мертенс, Сане, Дуглас Коста, Рахим Стерлинг, Марко Ройс, Марес, Алисон, Куарежма. Итак, я пока что открываю, посмотрим, 2000 поинтов. Не зря ли я сейчас потрачу? Пожалуйста, eSports. 40 очков мы получаем. 78 рейтинг, 79, Санти Касорова и... Ух ты, ничего себе, Рахим Стерлинг, 84 рейтинг. Я не ожидал то, что в этих паках реально будут выпадать элитные игроки. Офигеть, охренительные характеристики у Рахима Стерлинга вообще пойдет. Давайте мы еще один набор откроем. Давайте еще одну элиточку, пожалуйста, 60 очков. Александр Арнольд. Начо и Лозана. Блин, хороший игрок Лозана, но, конечно, жаль то, что рейтинг у него 79. У меня есть еще пару вариантов. Либо открыть 5 наборов команды недели, либо открыть один набор за 2000 поинтов и один набор команды недели за 500 поинтов. Давайте мы перейдем к команде недели. Попробую там открыть один пак, посмотрим, что там будет. Итак, открываем. 500 поинтов я трачу. Набор команды недели. Сила. Выбор позиции вратаря, ускорение, вратарь. И тут, видимо, ничего не будет. Да, Абрахам. Вот так вот все легко тут проходит. Не особо крутые наборы. Думаю, то, что стоит походу потратить еще 2000 поинтов. И что будет, то будет. Я надеюсь на то, что мне элитный игрок выпадет еще один хотя бы. И все будет замечательно. Еще одного элитного игрока, пожалуйста, eSports. Поднажмите. 30 очков. Блин. Я закрою сейчас глаза, надеюсь на то, что реально сейчас элитный игрок будет. Пожалуйста. И нет. Как так? Все так красиво могло закончиться, вот честно. Откроем набор за 975 жетончиков селекциям. Набор селекциям. Первого игрока мы получаем, центральный защитник из Саутгемптона. Ну и основной игрок тоже из Саутгемптона. Рейтинг 85 ЛЗ. Теперь мы переходим в мой состав. Итак, поменять нажимаем. Центральный защитник, сам его сюда. ЛЗ также меняем. Вот такая вот у нас связка выходит. Центральные защитники у нас есть. Нам нужно найти еще правого защитника. Центрально атакующего полузащитника, ЦП и нападающего. Я думаю, то, что сумею это сделать. Но вы напишите в комментариях, кого мне стоит купить и кого стоит прокачать. Начну я, пожалуй, с этой карточки. ЛВ, рейтинг 85. Заберем набор снеговика. Получаем первого игрока с рейтингом 85. Да, он у нас уже есть. Нажимаем далее. А сейчас мне нужно сравнить этих двух игроков. 101 ускорение у него, нифига себе. 87 завершения. А ну-ка, если мы так сделаем. Конечно, некоторые характеристики намного лучше. Жду ваши комментарии, жду ваши предложения. Пишите, ребята. С помощью вас сумею создать состав мечты. Ну а если вам этот ролик понравился, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать какие-то приятные комментарии. Ну а с вами был, как всегда, ваш Лат Капуста. И всем вам до скорых встреч. Всем пока!